В этом видео хотел бы вам показать, как я буду готовить коктейли из разных продуктов. В этом видео мне помогли подписчики в Телеграме. Также в этом видео будут участвовать мои питомцы и Крампет. Вот такой маленький, которому я еще не придумала имя, и Ричард с Крампетом. Ну а первый продукт — это печенька и куриная ножка. Наверное, видео будет это интересное, поэтому не переключайтесь. Хоть бы не было ничего странного. Фух, первый напиток готов. Да уж. Кто это потом будет все пить? Ого, сразу новые продукты. Чашка чая и шоколад. Думаю, ничего страшного. Я положила ее туда с оберткой. Ну ладно, с кем не бывает. Стоп, а как налить? Вы что, издеваетесь? Это можно легко исправить. Так. Да блин, вы что, издеваетесь? Даже так не работает. Я так долго этот чайник искала. Это как понимать? Я думаю, что многие из вас должны подписаться на меня, так как вы еще ни у кого не видели невидимый чай. Не спрашивайте, как это получилось, я даже сама не знаю. Но в любом случае, напиток у меня получился. Ну а я ведь знала, что будет что-то странное. И да, я этого не планировала. Так, эй, вы стоп! Зачем вы туда летите? Я же им ничего не показала. Это как понимать? В любом случае, я сделаю этот напиток. Да. Это была пицца с мясом и персик с вафлей сейчас. Но выглядит неплохо. Ну а вот из этого можно было сделать шаурмешник. Шаурму, если кто-то не понял. А вот эти продукты писала не я, это мой админ писал. Да-да, мой админ, хозяин моего чата. Не верите, тогда сами туда подпишитесь и посмотрите. Так, ну а теперь доширак и... Мне что, опять за ним идти? Теперь нужно открыть доширак. Теперь у меня и чай невидимый, и доширак невидимый. Супер, класс! Лайк мне за терпение. Так, ну теперь попкорн и яблочный пирог. Кто-то понял, о чем я? Ну, в любом случае, это последний напиток. Все, пошел вон отсюда. Ну и вот все напитки, которые у меня получились. Там есть шаурма, пицца, пирог яблочный и все, что вы мне сказали. Я это все смешала. Угадайте, куда это все пойдет. Сейчас вы увидите через 3, 2, 1...